Всем здравствуйте, жители нашего района Хамовники Центрального административного округа города Москвы сплотились и объединились в борьбе против варварской коммерческой застройки. Ради сверхприбыли застройщиков район превращают в перенаселенные гетто, где элитные ЖК, обнесенные частоколом с охраной от местных жителей, как колонии, отгрызающие публичные пространства города. Текущая нормативная база, созданная Мосгорнаследием и Москомархитектурой, позволяет осуществлять ничем не ограниченную точечную застройку, уничтожающую исторический облик района и приводящую к коллапсу социальной инфраструктуры. Противостояние жителей продолжается. Так, в прошлую субботу прошла акция, организованная жителями района Хамовники в защиту малоэтажной исторической застройки. Активисты одну за другой объезжали проблемные точки района и выстраивались в живую цепь с лентой «Хватит сносить Хамовники». Решили застроить здесь вообще все живое, а перед этим снести все историческое. Детские сады, вот здесь улица Ефремова рядом, снесли детский сад, строят таунхаусы для миллиардеров. Там цена 400 миллионов этих таунхаусов. А сейчас мы находимся в парке Трубецких, его уже с другой стороны отгрызли, там такая есть семья Кузьминых. Вот. А сейчас его хотят еще и с этой стороны реконструкция МДМ и, как всегда, в нагрузку жилищный комплекс. И мы очень опасаемся, что еще отгрызут от парка что-то. Сейчас поедем на... Были только что на улице Льва Толстого, где прямо с музеем усадьбы, рядом великого писателя. Место исторических зданий, построенных как раз в ту эпоху, будет возведен чудовищный по внешнему виду, безобразный бизнес-комплекс Рябушинский. Вот еще с таким издевательским названием. Были сейчас на строительной выставке. Там вообще чудовищный проект «Газпромбанк Инвест». Собирается 8-9 корпусов жилищного комплекса построить. У «Газпрома» нет денег сейчас, видимо. И у «Газпромбанка» тоже. Им надо заработать за счет того, чтобы снести историческую выставку строительную. При этом на слушание не позвали ни одного жителя. Вот так специально вот проводятся у нас эти мероприятия в активном гражданине, что ни один житель не участвует. Поедем сейчас на Савинскую набережную, два исторических здания. Там тоже интересы миллиардеров. Вадим Машкович, известный вот своими. А что, сейчас мы идем, спокойствие. Никаких проблем.